Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Studio Games. Мы продолжаем игру Diablo 3 за варвара, пятый сезон на уровне истязания. Так, значит, нам надо отправиться на руины Тристрама через врата странствий нового Тристрама с этой козой Лии. Ну, это через портал нам надо делать будет, вот сюда. Так, сюда. И что тут? Я открою ворота. Да что тут? Спасибо тебе. Адрия моя мать. Но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитал дядя Декарт. А как же твой отец? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. Нужна ярость. Ну, давайте дохните уже. Сколько можно? Нужна помощь. Крепкие чуваки, блин. Эта казаша вообще ничего не стреляет, нихера не делает, что я тут, блядь, рыгаю. Недостаточно ярости. Кругами ходим тут. У, что вы, ребят? Мне нужна ярость. Давай же, дохни, блядь, слава тебе, Господи. Так, давайте, знаете, что сделаем? Эти рваные раны я хочу на молот древних. Мне же чуть не подкумарили. Вроде неплохие, но слишком все как-то долго, блядь. А то, что долго, меня кумарит чуть-чуть. В любом случае, если вдруг не попрет, то можем всегда вернуться обратно. В восточном королевстве Кеджистан мне приходилось слышать о воинах Закарума, которых называли крестоносцами. И хотя местный народ был не слишком расположен к общению, мне удалось выяснить, что этот орден был основан 200 лет назад, как раз тогда, когда Ракис повел свою армию паладинов на запад. Но эти крестоносцы... Смотри, тут есть подвал. Спускайся да за мной. Да что ты говоришь? У твоей матери было ой, много еще секретов. С этой мамой драться надо будет. Поговаривали, что она была ведьмой. Да, она крепкий но будет я орех, никогда не блядь. Верила слухам. Я как помню, она круто валит, блядь. Капитан Далтин? Нужна ярость. О-о-о. Пошли нахер. Шустрая коза. Ой-ой-ой. Мне нужна ярость. Да что ты? Ух ты, блядь. Красуня. Недостаточно ярости. Согласен с тобой. Блядь, вот эти я ненавижу такие эти штуки. Бежим. Пошла нахер. Смотри, опять накидал этого говна кучу. Бля, Лию там уже должно было бы прибить, по идее. Крепкая эта коза, блядь. Смотри, какая борзая.
Блять, ну реально долго ее придется бить. Оу, накидал эту говницу это. Давай что-то вали там, Лия, ну ёб твою мать. Мне нужна ярость. Ого, наплевала этих штук. Сори. Так, у меня быстрое восполнение жизни, в принципе, этим можно воспользоваться. Нужно время. Нужна ярость. Ой-ой-ой, пошла ты нахер, подруга, блядь. Нужно еще время. Так, поехали. Оу-оу-оу-оу, тихо там. Все, до свидания. Я остановлюсь сильнее. Ой-ой-ой. Тут может так треснуть, что. И главное, нихера не выпало. Хорошего у нее. Вот ключ. Я займу. Спасибо тебе, вчера да вечером. Что ты ко говоришь? Ко мне приходил Айден. Тяжкие дух. Как умерла твоя мать? Я дядя Дика. Все понятно. Что за ключ? А, к собору надо отправиться. Понял. Так. Тут ни хера нет. Хоть бы какой-то сундук бы здесь кинули. Ни хрена нету. Так. О, ребят. Ну давайте без этих. Блять, какие-то такие наглые, блядь. А, блядь, лови, блядь. Да, урон, конечно, просто смешной. Недостаточно ярости. О, тихо, ребята, вы чё, блядь, там? Аж из зелья, блядь, что ли? О, хорош. Мах на мах вышли. До свидания, улетел. Так. Тут ничего интересного. Бабло падает. Ну это же надо такому случиться, блядь. Мне вещи нужны, они мне тут деньги говняные кидают. Какие-то, блядь, ненужные. Так, что у меня, кстати, тут? Топот, шмопот, удар в прыжке. У-у-у, ребята. Что удар в прыжке? Угу. Давайте попробуем, что там. В прыжке, не в прыжке, блин. Так. Ой, хорошо. Так, что у нас тут? Братская могила. О, кстати, а чё бы не зайти? О, я-то, кстати, эту могилу братскую нужна не находил. Нужна ярость. Я слабею от ран. О, тихо, ребята. Это, блин, не шутки. Знаете, лучше топот, блядь, как по мне, пока что. Валят там... Прилично, блядь, толпой именно. Ну что там, плюнул что ли? Сейчас, минуточку, надо подождать, 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 подождать.
Ой-е. Наконец-то. Отлично. Так, а что в сундучке? Да, я из этих 5 копеек тут воевал. Обалдеть. Ой, господи. Ничего хорошего не могу дать. Вроде на истязание уже что-то должны давать. А. Что вы говорите? Недостаточно ярости. Мах на мах. Смотри, как он гасит, блядь, прилично. Так, а мы сиди смирно. Живучие твари, блядь. Так, надо обследовать, что тут. Тут закрыто пока что. Тристрамский собор. Упавшая звезда должна быть внутри. Блядь, какие эти крепкие обычные мертвецы, блядь. Сейчас, кстати, уровень скоро должен подняться. И нихера. Так, хорошо. Собор уровень первый. Давайте. Ой, чувствую, здесь будем рыгать не по-детски в этом сейчас соборе. Пока не найду какие-то нормальные оружия, тут навряд ли я что-то смогу сделать. Ай-яй-яй-яй. Звезда упала сюда. Что ты говоришь? Моя сила растет. О, тихо там. Сила растет, блядь. До свидания. Сверхсила. Сверхсила это что у нас там? Наносит всем противникам в радиусе урона, разменяется урона от оружия. Ну, пускай будет, я не знаю. Прыжок, топот. Ага, тут что-то появилось. И что это у нас? Рассекающим ударом противники взрываются, но совсем противник против рота не размере 160. Ну, пускай будет. А тут что у нас? Замораживает. Рассекающий удар получше будет, как по мне. Ух, зверь. Так. Мне нужна ярость. Крепкий этот макабр, блядь. Показаться, так, что а насколько макабры его? Медлительные и неуклюжие создания, но их бесформенные тела таят в себе множество опасностей. Под их кожей скрываются острые шипы и отвратительные паразиты. Поговаривают, что этих монстров породило великое зло, ужасную природу которого
я не могу постичь. Куда эти хрен его знают? Иду пока сюда. Но здесь, кстати, такие толпы, блядь. Урон вылетает прилично, я вам скажу. Не знаю, на кого там должно было упасть. Я понимаю, что она нужна, что я, блядь. Ой, наконец-то какие-то хоть шмотки выпали. Приличные. Сейчас мы их напялим. Вау, да ты что? 20 брони, это уже совсем другое дело. Фух. Смотри, патронтаж такой одел себе. Наручи. Ставим 5 здоровья. Мне лучше восстановление здоровья. Плевал я на ту броню, блядь. Так, это что за шмоньки, блядь? В этих землях распространилось новое болезненное поветрие. И, вероятнее всего, его принесли и нетопыри. Вернувшись в Тристрам, я обнаружил, что они расплодились в огромном количестве. Зло, что поселилось в этих краях, наполняет их силой. И я боюсь, что худшее еще впереди. Мне восстановление больше надо. Я не буду бежать за этим чепушилой, блядь. Вы извините, но у меня нету... Пока не получится. Смотрите, сколько там. Мне нужна ярость. Деньги, в принципе, никуда еще не помешали бы. Пусть туда бежит нахер. Куда бежим, сука? Блять, этого даже гнома бить, блять, 3 часа. Согласен, что я еще не готов. Хоть денег чуть накидали, блядь. Жалко, конечно, с ним бегать. О, что за булава? Одноручная 9,6. Ёптую. Это лучше вместо этого. Анвазика, 13,52. О, 2 булавы. Это, блядь, круто. Щит мне не нужен. Я же не паладин. Так. Давайте сюда посмотрим, что у нас тут.
Блять. Вы прикидываете, что тут творится, блять? Сукины дети. Недостаточно ярости. Недостаточно ярости, я херею. Вот я тут, меня тут вгребли уже разок. Так, что у нас тут? Хрен поймешь, куда идти, честно говоря. Так, сюда, туда. Давайте посмотрим, что вверху. Блять, не туда упало. Ты смотри, какой охеревший, блядь. Какие-то шипы отпускает там, блядь. Сильно мы тут подрались. Так, там ни хера нет. Ага, есть. Какое-то тело лежит. Ничего толкового. Блять, совсем не туда, куда надо. Так. Должно умереть. Три жертвы, да, я такой. Крепкий этот кабан, блядь. Сколько можно уже, блядь? Все, слава тебе, Господи. Ой, блядь, это я не люблю. Ого, вот это крепкий чувак. Чувствую, меня тут сейчас таких наваляют, блядь. Ой, блядь, выходим, выходим отсюда, ты чё? Да, это весело, блядь. Блядь, это что, сука, не пропадает? Уже везде, блядь. Сумасшедшая, блядь. Да, блядь, долго придется их здесь свалить. Да вы чё, ребята, охренели, что ли?
Да, бля, хорошо, что они не вали так именно демонически, бля. Блять, охерею, сколько их надо валить. Кромсали тут меня. Какие гуськом ходят, блядь. Хоть кого-то уже убить, слава тебе, Господи. Ёб твою мать. Есть, хоть этого убили. Боже, неужели? Ой, Господи, сколько мы долго это мутыжили, а? Так, а что тут упал? Какой-то ножик даже. Давайте хоть глянем, что мы там подобрали. Ууу, шлемоз какой. Триксили, 17 живучести. Значит 9 и 6. Да, так же самое. А не так же самое. 15 17. О, вот так вот. Ты чё, блин, захерял что ли? Так, есть. Да, сюда идем, как и шли. До свидания. Что за комнатка? Это джазл. Ой, черный гриб. Какие большие грибы. Нихера себе, что мне с ним делать? Пригодится, это что за жезл не мне. Можно, блядь, напаснуться этих, как ирландские грибочки. Чтоб галюны уже по полной ловили. Было бы на кого, чтобы это падало, было бы вообще супер. Привет, мужики. Оу, ёб твою мать. Эй, что вы? Нужно время. Согласен. Мы надеялись удержать мертвецов. О, Карат, спаси меня! Да, ну сейчас попробуем что-то сделать. Ага.
летающим говном, блин. Ай, хорошо. Так, ага, это мы хотели тогда туда идти, но не шли сюда. Так, что тут, ребят, что там, закрыли вас, что ли, бедных? Давай тут вас потихонечку потревожим. О, пошли нахер. Палец болит, блять, это клацание вечно. Хотя уже и держу моментами эти удары, но все равно напрягает. Привет, малышня. Так, хорошо. С этим разобрались. И нихера, блядь. Обидно как-то даже. Это что такое? О, опыта больше. Ай, какие вы наглые, блядь. Там этот эти здоровяки, блядь. Да вы помарите уже. Оу. Да во все стороны, блядь, этим молотом. Так, с этим разобрались. Чё там? Капюшон какой-то, блядь. Ой, давайте... Давайте пока есть двойной опыт, не будем терять возможности тут что-то делать. Так, мне понятно, куда нам идти надо, но я пока сейчас здесь не всех. Ууу, тихо, ребята. А ну тихо. Какой, блядь, наглый. Ууу. Да что ты? Наконец-то. Так, а тут что у нас все, тупичок. Так, давайте глянем, что там выпало. Двуручный меч говняный, просто жопа. Так же, как и шлем. Так, нам сюда подняться надо, там уже выход, походу. Ну, по заданию наш идет. Следы пребывания Декарда Каина.
О, хорошее запястье. У меня как раз вообще пусто было. Ахер. Кожаные перчатки, говоришь? Нет, я не поменяю эти восстановления здоровья никак. Так. О, игра сохранена даже. Что вы говорите? А, заставочка. Прислужники зла! Надо защитить детка. Дикар, я помогу тебе! Возвращайтесь в свои могилы! А ну тихо, блядь. Так, пошли нахер. Мах на мах вышел с главарем, блядь. Блять, но он и крепкий, блять. Что мне урон еще маленький? Это жесть. Ой, хорош, аж откинуло его. Не ожидал, чувак. Королевский палач. Моя сила растет. Ой, хорош, это повыпадало тут так не кисло. Да, ячейку для пассивного умения. Что, серьезно? А, это хорошо. А что тут есть? Кусок мяса. Сфера здоровья также усваивает 2% от максимального запаса здоровья в секунду. При этом скорость передвижения вьюера повышается на 4% время. Эх, хамно. Вы наносите на 40 больше урона противнику с запасом здоровья менее 30%. О! Это хорошо. Так. Прыжок бы взял, но это надо иметь хороший урон, чтобы брать прыжок. Опа! Массивный молот падает на землю и создает перед врагом взрывную волну, наносящуюся противнику расстояние. Ууу, блядь! Как я не заметил, я прям не знаю, куда слепой, что ли. Так, тут все понятно. Че там? Так, ага, что там я нашел? Это поинтереснее будет. Это нет. Что-то столько всего падало и нихера, блядь. Ну, деньги тоже пригодятся. О, сапоги тоже хорош. Так, давайте глянем, что за сапоги-то выпали. Прикольные сапожки. Так, идемте с этим поболтаем. Спасибо тебе. Да, пожалуйста. Ох, как я рад, что с Лией все счастливо, в порядке. Счастливо, чувак. Я боялся худшего. Я нашел... Я пока не могу это открыть. Понятно, идем в зал Лёрика там. И чё? Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить об упавшей звезде. Понял, сейчас поговорим.
Да я хоть гляну, что тут есть. О, портал нашли, это хорошо. А тут что у нас? Тишина и спокойствие, да? Понял, здесь дверь уже выбита. Давайте поговорим. Так, давайте без этих говнозаставок. Так, давайте, может, там что-то подарят. Дядя. Да, у нас мало. Боюсь. Дядя. Ну, видишь, не зря мы тут поболтали. Сколько себя что по... он убежд... Адрия? Что ты узнал? Мана... Когда Лия сказала там, Капитан... сам не знаю, как мне... Я вызвался помочь, потому тебе. Что тебе легко. Эти ужасные события его семьи. Так, а ты что скажешь? Я когда король скелет, он печальный. Чтобы победить. Да, чтобы победить, мне бы неплохо какое-то оружие найти. Легкомысленно отрицать очевидное. Неужели ты не веришь собственным глазам? Тристрам уже пережил один конец света. А как же древние книги? В фолиантах Закарума говорится о том, что с неба упадет звезда. Mm-hmm. В свитках Харадримов говорилось о мертвых, поднимающихся из могил, и о владыке лжи. В пророчестве о последних днях сказано, Бэс, долго тут будет что чесать. В конце всего сущего... Так, что я тут... работал, не покладая рук, чтобы раздобыть для тебя эти товары. Так, 24 тысячи, давай мне что-то хорошее. Так, 14, отлично. 12, 14, 13. Так, я вижу вот что. Этот меч и этот топор. Шикарные два оружия. 17, оп, 21. 27, ну, совсем другое дело. Так, это нахер. Шлем 24, сила, живучесть. 3 живучести, 5 к силе нет. Десять к интеллекту. Нахера мне интеллект? К ловкости. Так, все остальное пока оставляем. Придет с востока король. Так, что ты там? Ого. Я. Ты знаешь. Я попытаюсь. Если у меня. Вы с Лией очень. Не думай. Так, быстренько поболтаем. Это Диабло, да? Леорик стал в ноги. Ты спас Декарда Кайна. Пусть боги, что оставили нас. Угу. Так, там ни хера нету. Я ты тут, если не собираешься покупать вещь, не прикасайся к ней. Не люблю, когда мои товары трогают грязными руками. Что ты? Вроде неплохой поясок. Давайте возьмем. Пускай будет. Лучше ничего не вижу. Лия всю ночь помогала жене кузнеца ухаживать за раненым. Так, а ты что скажешь? Как мило, что ты спросил. Мою. Вечно эти кри. Этот мир постоянно. Ты можешь? Яго... О, все. Поговорили. Ты слышал? Так, ага, вот этот Хедрик, кузнец. Декард Каин сказал, что сочувствую. Спасибо. Я отведу тебя к ним.
Так, тут ничего интересного. А там еще один чувак, который торгует. Ты герой, да? Чем он там торгует? Я очень рад, что ты закупаешься у меня. Но пусть это останется между нами, хорошо? Ой, вот эти хорошие. Кстати. Так, 20 брони, ловкость, все понятно. Там живучесть. Ух ты, что тут по кольцам есть? Восполнение, урон. Давай это возьмем. Не, давай это для разбавки. И вот это, чтобы хоть что-то было. А там уже будем по мере возможности менять. Кстати, нам наплечники нужны. Наплечников я не вижу. Неплохо прикупились, кстати. Так, это сейчас. Ворота заперты по приказу капитана. Что ты? Давайте уже в следующем видео продолжим наше путешествие. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, запутываюсь. Комментарии и до встречи.